На портале «Живем на севере» в разделе «Решай» стартовал новый опрос жителей города. Муравленковцам предлагают оценить качество выполненных работ по благоустройству общественных территорий, которые были выполнены в текущем году. Напомню, в Муравленко были благоустроены сквер «Дружбы» в микрорайоне Солнечном возле соборной мечети, зона отдыха в районе культурно-оздоровительного центра «Сибирь», пешеходная зона на улице «Дружбы народов» и сквер имени Фармана Салманова. До 16 декабря жители города могут высказать свое мнение о том, как строители справились со своей работой.